Будем тебя шлепать? Тебя только. Меня зачем? Я хочу, я доминирую. А, ты доминируешь так? Конечно, я госпожа. Это твоя фантазия? Нет, это реальность. Да, приехала тебя отстрапунить. Слушай, какая ты... Человек не получает удовольствия от секса, только когда над ним доминирует. Когда он ползает по полу, лежит ноги, делает то, что ему говорят. Здорово, мужчина. И сейчас я тебе покажу новое свое записанное свидание на квартире. Если тебе интересно увидеть полную версию этой свиданки с перепиской, да, с какой-то предысторией, то залетай в приватку, в которой уже собрано больше 30 соблазнений, свиданий, переписок, разборов этих свиданок. В общем, очень много полезного материала. Это очень классный формат и очень полезный формат. Поэтому, если тебе такое нравится, если тебе хочется довольствоваться контентом, который записывает профессионал в своем деле, да, опытный чувак, это я сейчас про себя так скромненько, то переходи в описание в Telegram-бота, там будет кнопка «Хочу в приватку». Залетай, читай все условия, оплачивай и жду тебя в приватном телеграм-канале. Девочка, кстати, да, из сайта знакомств. По внешке, ну, средняя, не могу сказать, что она супер топовая по внешке. Опять же, есть причины, по которым я не могу снимать свиданки с супер топовыми девочками или просто с очень красивыми. Поэтому, мужчина, приятного тебе просмотра и понеслась. Я чуть-чуть чипи тебя себе устраивал. Ну, видишь, как бы уже, да? Я не знаю. Мне просто без разницы. Можно? Садись. Садись сюда. Почему? Ну, вместе будем сидеть. Окей. Посидим. Ну да, хорошо. Чай? Угу. Мы же винишко хотели вроде. Не, давай сначала чай. Можно и чай? Просто воды, я уже всю воду выпил, блин, пока тебя ждал. Ну... Надо покупать, в смысле, воду? Не, ну, типа... У меня просто в кране течет питьевая. Ну вот, да. Ладно. Отдельный. Поэтому мне не понять, каких проблем. Да, это не проблема. Я этот район вообще не знаю. Не было? Один раз была, и то просто надо было. А так нет. Что такое? Ну тут только застрелец. Во. Угу. Как в Титанике. Вот так. Как они в Титанике руки расставили. Не, ну это слишком, даже не в Титанике все. Все, давай. Что ты? Как ты? Просто ставлю бы на себе. Хотя, конечно, чтобы не баваться, надо вот так. О, так мы не видим. Вот где там руки твои? Вот так. Ну, Лёжа прикольный, на самом деле. Просто необычный. Да, не прикольный, и папа очень прикольный. Видишь, зона под собаками гуляет, не видно. Хорошо для них. Да, и я смотрю, как они с тобой прикольные. Да, такие бегают. Сейчас, не знаю, наверное, никто не бегает, но обычно не так. Да, это тоже не будет. Ну, а так, в принципе. Нет, по-моему, это не так. Классно. Что? Мусор тут? Да. Ну вот это нижняя. Блин, хочу заказать пиццу, короче. И? Сейчас скажу. Молодец. Надо ждать, пока приедет. Ты мог подготовиться. Что ты делал? А, все тебе расскажу. Конечно. Я приехала на беседы. Профилактически. Почему сразу профилактически? Так, давай, блядь, быстрее. Ты спешишь куда-то? Нет, просто... Просто такси меня ждет, на самом деле, я сейчас на 5 минут. Там у тебя счетчик капает. Не, не, да я сегодня на таком чиле просто, не знаю. Я когда есть хочу,
Я ни о чем другом не могу думать, только о еде. А у кого-то по-другому бывает? Наверное, не знаю. Тебе разбавляет? О. Хорошо. Сильно или как? Ну, 2/3 налей и остальное через. Я с тебя, конечно, бутылочки давлю. Ну, они быстро уходят. Ну, конечно. Типа, чё? Так а чё мне спуститься к этому, только... Карты устраиваешь просто? Да. Понятно. Надо жиры сбрасывать. Да. А ты сам любишь? Без. Пожалуйста, тогда. Спасибо. Надо уже заварник купить. А чё? Чё? Фруктовый? Мне пусть лежит. Не любишь фруктовый? Не, нормально. Просто, если он был бы чёрный, надо выпускать. Жить с этим. Нет, я к тому, что мне сесть сюда нельзя, вот ты такой, типа, я лежу. Да не, сейчас я просто что-то заебался. Понятно. Ну и что рассказывать? Ты вот сидишь на цене, получается, да? Иногда захожу. А какие я? Атмосферка? Я не знаю. Типа, это как зайти на Авито машины полистать. Хорошо. Фантазия. Что, пофантазировать, да, помечтать там? Да даже не помечтать, просто посмотреть. А зачем? Захожу, не беру ничего. Прикол, иногда просто поболтать люблю. Изучаю людей. Да? Угу. Что изучала? Не, прикольно. Да, разное. Ну, у тебя какие-то были интересные события, не знаю, встречи, прикольно. Нет, встреч не было, так просто полтора. Не, реально встреч не было? Mm-mm. То есть у нас первая встреча с тобой? С тобой, да. Нет, ну понятно, я имею в виду, ну, ты поняла, что... Да, я супер-мега занятой человек, нет времени. Какая? Не, я там друга нашла, поэтому нормально. Ёбаря? Нет. Друга? Да, просто друга. А в чем прикол дружить? Общие интересы, проблемы, поддержка. Проблемы. Моральная поддержка? Угу. Понятно. А что у тебя за проблемы? А все тебе скажи. Или фразочками начинаешь, да, общаться? Угу, конечно. Да он моряк, все нормально. Уже был? Угу. Есть. Что это за умная женщина? Ладно, не все люди из после шутки и понимают, что лучше не шутить. Почему? Кто-то верит. Я же понимаю, что шутка, я же не дебил. Да и с другой стороны, вдруг реально у тебя муж есть. Знаешь, сейчас девушки тоже как бы, ну, абсолютно разные бывают. Не-не-не, это очень мерзко так делать. Так, футбенд. My love. Барбекю. My love. Окей. 1100 килокалорий, блин. Становимся жирными вместе. Да ты и так уже. Да я и так уже, блин, реально пузо. Пипец, ты вообще никак на фотках. В смысле? Я выверсаюсь с этой... Штуки. Я лицо твое вижу. Мне не надо видеть твое тело, я уже лицо вижу. Щеки твои. Ну, бля. Нет, на самом деле это борода просто росла. Когда меня сбривают, у меня лицо нормально становится. Успокаивайся. Я тебе говорю, летом с соской. Ну, не, я буду кардио делать, да, я добавлю его по-любому, но просто надо понимать, что не все сразу. А я 3 месяца только делаю. Я знаю. Ну, надо что-то хочешь сказать. Похож на фотографию? Не особо. С
смысле? Да, мы постоянно все на фотках одно, потом в жизни непонятно что. Я уже готова к этому. Поэтому я максимально выбираю, такие чтобы прям... Такие комплиментов мне еще не делали. Ну да, я наглела, я знаю. Ладно. Все, нормально ты выглядишь? Скажи его. Ага. Вот, покажи. Ты любишь качков больших, что ли, что? Да нет. Я говорила? Да. А, нет, не говорила, что ты прямого человека была. Не, ну, блин. Просто как бы ты понимаешь, либо человек стремится и делает, либо валяется на диване. Вот, я на диване сейчас валяюсь. Либо валяется на кровати, в твоем случае. В данном случае я не могу похвастаться особой подвижностью, активностью, поэтому... Я вижу. Извините. Но самое главное — это стремление. Конечно. То есть, когда у тебя есть реальное желание, ты фигачишь, действуешь, что-то. А что решил вообще заниматься? Ты этого занимался? Мне это дает энергию. То есть, он дает энергию? Ну, я к тому, что зачем я начал заниматься. То есть, до этого просто я замечаю свои состояния, когда я занимался и когда я не занимался. И я понимаю, что когда я тренируюсь, у меня там тестостерон, больше желания что-то делать. Ну, то есть как-то ощущаю себя по-другому. Да, я знаю. А до этого занимался чем-то раньше? Да, я занимался единоборствами. Чего достиг? Ну, пояс там только типа красный, черный, типа тэквондо. Я занимался 15 лет. А. С 7 до 15. Ну, лет 9 получается. До 16 даже. Вот, короче, пояс. Ну, потом я поменял единоборство. Короче, на кикбоксинг пошел, на тайский пошел, на бокс походил, на смешку, миксфайт, типа. Вот. Да и все, в принципе. Все, короче, я заказал пиццу. Долго выбирал, что еще я хочу, но в итоге взял колу и сырный соус. Просто сырный соус? Да. А какой надо? Нет, нет, нет. Типа чего-то или... Пицца типа. Макай. Трэш. Я вообще ненавижу сырный соус. Ну и вышли, я знаю, что... Да, я знаю. Но макай пиццу туда — это вообще извращение какое-то. Я извращение, значит? Видимо, да. Сыр. Ну блин, а нафига он придумал тогда вообще? Логично же, чтобы туда что-то макать. Ну да, ну не знаю, картошку или наггетс. Ну что, пиццу я не знаю никогда. Нет, каждый как хочет делает, я вообще не осуждаю. Каждый дурочек как он хочет, я хотел сказать. Блин, ты да знаешь, что просто скажи. Ну я не стала уже. Сколько мне лет, а сколько тебе? Ты все, малявка. Ты меня старухой назвал. Когда? Ты меня написал, что мне 38. Юмор был. Я же скорпион, я же едкий, я люблю подколоть где-то. Я знаю. Ну, вот. Ты как мое отражение. Тебя сделали из моего ДНК. Почему? Ты тоже скорпион? Да! А, да? Да, я тебе сказала. Я не знаю, у меня почему-то вообще там скорпионы одни высвечиваются на 7 дней. Стой, ты мне записано. Сейчас, может, я найду нашу переписку. У тебя написано так же, ты скопил? В описании? Ну, вот. Сразу где ты берешь? Где я? Ты где смотришь на тебя видео? Да. Да. А, понятно тогда. Я знал. Нет, ты не знал. Я знал, но я забыл. Да, да. Но, кстати, скопил пиздата. Я знаю. Лучший просто. Конечно. Ну, мальчики ебанутые. Честно. А, вот ну так, иногда разные бывают люди. Скорпионы тоже разные бывают. Например? У меня сестра двоюродные скорпионы, но они такая, как я. Есть две разновидности. Есть те, у кого все, оно было написано, и они готовы в любой момент там взорваться, похититься с кем-то. Похититься? Ну, словесно хотя бы. А есть такие, которые... Ой, господи. Что ты мне давишь на это? Ну это же рука. Неудобно так? Ну такое. А тебе удобно, да?
Чё, ты как тоже сядешь? Не, не могу. Куда ты хочешь еще подушку? Вот туда назад, и ты на нее типа сядешь. Да? Я и так еле помещаюсь. Ну, мотивация, чтобы успеть заниматься. Я вообще занимаюсь. Ну, молодец. Если что. Что, будем тебя изучать? Ого. Смотри, у меня такая же, только у меня меньше. У тебя она, видишь, уехала внизу, а у меня вот тут заканчивается. Наверное, потому что мы люди, у нас есть люди. Реально? Блин, я ору всегда с него. А у меня на Яндексе высвечивается. Что это? Утконос. Правильно. Хорошо, что не банда. Почему? Ну, что ты, наверное, семейство такое же. То есть у тебя порваны джинсы? Ну я же такси упала просто. Сейчас. Это так. Вот тут смотри. Как это держится? Подожди, это же вообще прям... Это дорогое! Давай правда? Нет, ты чего? А, это мода типа? Ну она разошлась просто, я не знаю почему. Видимо, слишком сильно. Короче, про скорпион. Да. А вот, а есть второй тип? Вот так, кстати, можно делать. Ну, вот так. Дома так будет? Да давай я уже сяду на тебя, да и все. Зачем? На лицо сейчас сяду. Пожалуйста. Давай. Давай. Садись. А второй тип, они такие типа молчуны, и они в себе всегда. Да, да, да. Они эту обиду в себе затаивают, они тебя просто ненавидят, и потом в какой-то момент могут ножку ставить в спину. Я без ножа. Фантазии, конечно, жесткие. Какие фантазии? Нет, я тебе говорю, вот ты к какому типу относишься? Я открытый. Ну вот, я тоже. Общительный, открытый. Вот. А есть, а моя сестра, нет, наоборот. То есть, типа, какие-то моменты мы могли с ней играть еще в детстве. Ей что-то не понравилось, я просто скажу, что мне не нравится. Я что-то кричать начну. Ну, то есть, честность, за правду, да? Вот, а она, оп, и замолчала, и все. И она вроде может с тобой играть, но такой, типа, просто ненавидит тебя. Да, я потом где-то читала. Это за типа обида? Ну за что-то, да, или что? Ну да. Ну, то, что не понравилось, они это в себе задерживают и копят, потом такие делают. Ну, просто, возможно, она не хочет это говорить, потому что не хочет тебя как-то тебя обидеть. Потому что если она скажет правду. Разве мы такие люди, которые думают о том, что кого-то обидеть можно? Не знаю, как-то. Ты просто прямо говоришь и все. Ну да. Факт. Это факт. Сейчас плаваться будешь с нами? Нет, конечно. Нет! Они смотрят, просто делай вид. Вот не надо делать вид. Не надо делать вид. Почему? Потому. Но я не хочу. Ты губы накрасила, потому что. Я потом буду с этими жильками сидеть. Мы будем с тобой целоваться. Почему? Я не хочу. Грустно. Я чай приехала попить. Давай поесть скоро. А пиццу? Пиццу, да. Я посмотрю, как ты с тобой находишься. Ты макать будешь. Да. Откуда пицца? Фудбенд. Почему-то надо. Я золото не люблю. Это вкусная, кстати. Постоянно там заказываю. У тебя видно каждый день, да? Я... Не, ну как ты? Ты был худой, да? За полтора года... Даже нет. Ну, за два года я набрал, знаешь, сколько? Вот я сейчас вешу 85. Я никогда не весил даже 70. Я всю жизнь весил 65, 60-66, вот так. Ну, совсем худой. Я то худел, то чуть-чуть набирал мышечную массу, ну, вообще тело. Ну, а что-то пошло не так. Либо наоборот, может быть, я вырос, и типа с возрастом оно как-то... Вот мне бы еще залезли. Не знаю, может, просто генетика. Может быть... Стал больше есть. Активность. Да я не стал больше есть, я ем так же, в том-то и суть. Что я ем абсолютно так же, но почему-то... Я вообще мало ем. А ты гормоны проверял? Вот надо. Ну, как бы да. Ну, как бы да. Без шуток просто. Да, знаю. Но на самом деле я понимаю, что даже если что-то там будет, то это уже мой показатель того, что надо лечить это. Ну, гормоны устанавливаются.
И когда я просмотрю, я опять стану худым. А это хуёво, блядь, не люблю, когда... Ну, я всегда просто хотел набрать массу. Сейчас у меня это получилось. Просто с божьим чудом, блядь, я даже не знаю, с каким чудом. А, как-то само, реально. И если я это сейчас потеряю, собственно, в походе, это будет пиздец. Опять набирать массу, блядь, ходить в зал, качаться и видеть просто, ну, мышцы на пампе, ну, блядь. Там же надо прям жесткое питание, понимаешь? Я же думал, что я эктоморф. А сейчас я уже не думаю, что я эктоморф вообще. Потому что, ну, явно эктоморф не может это брать. Блин, я не знаю, ты просто додумываешь из того, чего нет. Ты просто даешь гормоны и смотришь, ок или ну, нет. Да, ну просто... Но, да, смотри, даже если не ок, ты можешь просто забить, как и сейчас. В целом-то да, конечно. Ну просто это может дальше пойти. Да не, на самом деле надо лечить. Если что-то там будет, какая-то проблема. Ну вообще нормально. Потом курсик покоришь. И все и нормально станешь шкафчиком. Да уж. У тебя растора была? Че? Расторапал, говорю, кто-то у тебя там какой-то. Веном, блядь, так. Да ты сейчас. Да. И че, у тебя получается реально ноль встреч было с Тиндером? Ой, с Тиндером, с Тинби. Не, было ладно. Я вспомнила. Как? Тут нормально. Что делаю? Ходили в место прикольное. Что за место? Да что такого-то? Что ты... Не хочу держать твой член. Это, ну, не держать его. Поддержка? Это не его, это, ну, типа, вот просто рука, смотря. Помылся? Конечно, это вопрос, блядь. Да блин! Я тебя не прошу держать мой член. Ну, у тебя член? Конечно. Подожди. Да, это и секретик мой, вот проблема. Да, приехала тебя отстрапунить. Слушай, какая ты юморная женщина. Шутка за шуткой буквально у тебя. На приколе живу. Это я заметил. Ну, чай что-то не пьешь. Вот сейчас не, попила. Кипяток разбавил, он сейчас вообще ледяным, ледяным у тебя станет. Кстати, можно бы это пропить. Его же прям? Ну чего, у тебя воды больше нет? Микроволновку погрею, будут сопляки. Ну, кстати, Аня, микроволновки чай кто-то грел вообще? Да. Сегодня? Ты не грел никогда? Вообще никогда. Я грела пару раз. Что, реально? Угу. И как, нагреется? Да, конечно, но вода греется нормально. Ебать, какой ты раз послушаешь. Тут знаешь, жил 26 лет, не знаю. Ты же знаешь. Бля, пиздата. Конечно, я умнее тебя. Давай, рассказывай что-нибудь про себя, давай про девочек там, тренды, или мальчиков, я не знаю. Ну а что тебе интересно конкретно? Ну что ты там ищешь, что вообще? Твой опыт. Я тебе про свой рассказала. Ну, общаюсь, знакомлюсь. Есть и вайб, прикольный коннект. Можно и сблизиться, и потрахаться, угу. И пообщаться. Да я не знаю, у меня нету каких-то, знаешь, прям... Ну и чё, эмоционально трахался оттуда? Оттуда нет. Нет? Просто общался? Ну, со многими общаюсь, с кем-то встречаюсь. По настроению, короче. Да мне сейчас похуй, в принципе, на девушек. Хотели с ним. Ты полагали, создался за кем-то? Не, это маме. Сейчас тебе напишу, сейчас давай. Ну, типа, если я сейчас буду себя растрачивать энергию на это, я в зал не захочу идти, потому что, ну... Круче, блядь. Нет, наоборот, после зала хочется. После зала хочется, а вот да. Если до, то не хочется потом в зал идти, понимаешь? Ну, ты её нагрел. Да. Мне это не нравится. Тебе не нравится эта активность? Ты слишком далеко руки свои тянешь. Ну, вот близко, смотри, как близко. Это нарушение моих личных границ. Ну, нет. Да-да, я тебе говорю. Да? Блять, сори. У меня это на каком-то... Что такое ему? Я любитель пошлёпать. Понятно. Да, у меня там БДСМ эти штучки такие есть. Сезон заканчивается на заказ. В шкафу. Плётка, что ли? Ну, типа плётка. Типа? Ну, блять, она... Мелка? Не, она плётка, просто она такая мелкая, знаешь. Для твоей жопы? Для твоей жопы. Сюда шлёпать. Ага. А чё? Не-не. Будем тебя шлёпать? Тебя только. Меня зачем? Я хочу, я доминирую. А, ты доминируешь так? Конечно, я госпожа.
Это фантазия? Нет, это реальность. Нет, реально. Зато? Да. Я просто не знаю, госпожа, что там вообще. Но все тебе, ну как бы, командует. Не шаришь ты. Вот, вот и общение с Твинби, поэтому я много знаю. Много всяких разных рассказывают людей. Мне просто интересно послушать их. Вот, и что они говорят обычно? Ну вот кто-то любит, ищет госпожу. Так. И кто доминирует? Нет, таких я что-то нет. Ну, люди не раскрываются так. Больше парни ищут госпожу, наверное. Слушай, ну я не знаю, у меня нету прям такого запроса на госпожу. Я по настроению. Да нет, это же техническое отклонение. Ну, типа, почему? Если так человек хочет. Почему? Ну... Потому что сексуальное удовлетворение получает от того, что над ним доминируют. Ну, это ненормально, когда человек получает удовольствие, когда лежит ноги. Мне кажется, просто каждый дрочит, как он хочет. Твоя фразочка. Ну, как бы немножко не то. Почему сложно? Потому что это не норм. Да это на любителя. Каждому свое. Человек не получает удовольствие от секса, только когда над ним доминирует. Когда он ползает по полу, лежит ноги, делает то, что ему говорят. И тогда он получает... Ну, это как маньяк. Типа то же самое расстройство, когда он ножом херачит, а воспринимает это как половым членом. Я, блядь, не знаю, не задумывался никогда об этом. Я тебе тяжелую материю подкинула. Да. Да, умные разговоры, а ты что, деградируешь весь день? Ты что сказал? В смысле, я вообще-то... Отдыхаешь, сказал. Нет, я чилю, но я чилю как бы дома просто. А ты что делал? Созванивался? До этого ничего. Не плавил просто. По какому поводу созванивались? А? По какому поводу созванивались? По рабочему. Что именно? Ну, созванивались, обсуждали. Мне чем занимаешься. Ну, что это такое? Ну, мне это не нравится. Сюда мы поеду. А чего тебе не нравится? Ну, потому что... Ты так противоречишь сейчас забавно? Я начинаю злиться просто. Почему? Потому что мне это не нравится. Тебе не нравится, когда тебя гладят? Я пришла 20 минут назад. Ты куда руки свои тянешь? Ты считаешь? 21:40. Я уже минут 40, наверное, терплю тебя. Терпи. Я диплом написала. Блин, я вообще ничего не делаю, в том-то и прикол, что а ты что-то говоришь, что терпишь. Ладно, если бы я там как-то доставал сильно тебя. А, это еще не сильно, да? Это просто глажу тебя. Ты серьезно думаешь, что я приехала вот так потрахать с тобой? Нет, зачем нам сексом заниматься? А зачем тогда руки тянешь? А, прикольно. Люблю. Угу. Часто делаешь? Каждый день. На обед, на завтрак и на ужин. Сегодня делал на обед? Нет. Блин. Лишь голодуха. А вчера? Вчера, да. Ну, вообще получилось. Бля, ну, слушай, расколола, получается. Пипец. И так во всем, а потом окажется, что ты вообще девственник, да? Не исключено. Так же, как не люблю девственников. Что-то мало. А, то не понимаю пока. А? Волну. Ну так, она чуть приставшая, но... Контроль. Ну, чуть-чуть. Не в таком. Я думала, будет 8. Ну что, будет 10? Спасибо. Тебе нравится больше, Анна? Да харе уже, ну что ты, блин? Просто вопрос задаю. Нет, руку, просто. Не нравится? Ну, зачем? Прикольно. Ну да, джинсы, согласен. Угу. Ты чё, обнаглел? Что лучше? Ну чё? Блин, это такая футболка. Ты реально её надела? Да. Я думал, ты ему прикол сказала и скинула, вообще не свою. Нет, это моя футболка. Угу. Философская фраза, блядь. Это жизнь. Да? Конечно. Ну ты, кстати, такая, ты любишь секс. Любишь секс. С чего ты взял? Я по тебе это считал. Угу. У тебя либидо повышено.
Думаешь? Угу. Я сейчас от другого мальчика просто приехала. На самом деле не так. Он думал, приехала. Но он мне сейчас звонил. Ну и что? Да, я от него просто приехала. Живу не там. Фантазёшь вообще? Угу. Я не могу. Так же, как ты. А я-то почему? Ты вообще не похож на фотку. Похож? Ну просто я улыбаюсь. Ты похож вообще на Никольского. Где сейчас? По глазам, да, ну типа... У меня просто ресницы длинные. Нет. Кстати, девочки замечали. Ну, кстати, да. Хорошие ресницы. Я знаю, да. Да нет, это у тебя какой-то есть что-то из кавказского. Это борода? Нет, нет. Да нет, что твоя борода? Да, кавказская. У меня есть, вот так, у отца бабушка армянка была. Вот если это считается, все, все остальное у меня как бы русское. Ну... У меня прабабушка Град. Чеченка. Ну ебать, это пиздец вообще. Я с тобой приехал. Да. Ну пойдем открывать свою лёжу? Ага, конечно. Ну тут как-то, блин, мы с тобой некомфортно так сидим. Да, ну да. Тогда мне будет очень некомфортно. Комфортно, почему? Нет. Пиццу ждем. Пиццу ждем, да. Она сейчас приедет, и мы прервемся и будем есть. Ага. Пойдём. Звонят нам еще. Что-то видно. Как-то пиздец. Угу. Где ты? Тут, там валяешься? И тут, и там. Телефончики в своем палате. Ну давай там. Девочек оценим твой. Че? Ты ближе к окну тогда. Ну, кстати, кровать в идеале раздеться. Ага. Кровать. Конечно же. Ну, а я обнаглевшая, ты сам предложил. Ну, видишь, тебе, видимо, может быть, не понять, потому что у меня, я была в том моменте, когда я любила человека. Ну, все, это потом немножко какое-то время, вот, понимаешь, как Ну, давно это было? Расстались? Угу. Угу. А сейчас что? Сейчас я сижу дома у тебя. А, понял. Нет, я пошла на твои виды просто пообщаться с людьми и постараться забыть. Ну, понятно. Всякие там. Ты надо так, Маша. Диагноз поставил. Готово. Ты не авторитет для меня, я тебя уже послушала. Вам надо трахаться, дама. Спасибо. Поищу кого-нибудь. Да-да. Сейчас Тенри посмотрим. Сейчас Тенби посмотрим, что выберем. Угу. Так, расскажи мне, там говорят, что все девочки шлюхи. Типа, содержанки и скортницы. Постоянно все говорят. Либо просто сразу спрашивают, а ты не из этих? Я не знаю, это странно. Ну просто среди мальчиков, понятное дело, не будет особо альфонсы. Блин, на Тенби? Ну да. Ну на вот этих сайтах. Потому что мне друг за Винчика рассказывал, что там прям реально пипец. И он мне даже показывал, ну это же телега, вот. И там развод. Да, но он... Они сидят и разводят, то есть да, там не... Да, да. Ну, фейки. Ну, либо фейки, либо реальные шлюхи. Фейки? Мужик сидит, делает женскую полицию. Не, и это тоже, но есть такие, которые реальные шлюхи. Ну, есть, да, мне писала там парочку. Ну, это типа, блядь, не знаю, я сразу нахуй шлю и в час добавляю. Слушай, сейчас. Это же бред. Не, я просто прошу, много ли такого? Или все-таки нормальные люди там? Нормальные люди. Я там, по-моему, одна публика даже видела своих. Это был прикол. Слушай, ну это сейчас замена на Тиндеру. Так-так. Я не сидела в Тиндере. Я не знаю. Есть еще Мамба. Ну, все понял. Ужас. Трусы в одном. Сейчас все трусы сниму. Еще одни. Куда кинешь? Тебя в лицо. Мало. О, боже мой. Ладно, тебе бы соседа все равно. Он будет рад. Ну, он сказал. Почему? Да хватает за лицо, конечно. Это не у меня. Ну, куда? Все, соседи. Опять жарко тебе стало? Нет, ну... Просто я не представляю, как можно... Это... Лежать. Ну да, извините, я обнаглела. Снимай джинсы. Мне холодно, ты чё? Дело.
Не, мне надо. Я бы даже в джинсах укрылась. Ты не спишь, что иди. Ну, блядь, джинсы. Нет, снимай. Они чистые. Да нет. Мне не надо, иначе я тебя не укроюсь. Так я дома укроюсь. Так а что такого-то? Джинсы, джинсы. Йо-йо-йо. У тебя чувствительно грудь? Угу. То есть ты прям возбуждаешься или ты просто чувствуешь как-то, когда затрагиваешься? Ну, это приятно. То есть возбуждаешься, получается? Получается, да. Что, буду иметь в виду? Угу. Ты любишь, когда ее просто сжимают? Я тебе говорю, я девственница. Да, ты что? Конечно! Блядь, это дело ебаное. Какая цель? Наше знакомство? Ну, сейчас пообщаться. Ну что, мужчина, вот, собственно, как-то так. Если тебе хочется увидеть и узнать, чем закончилась эта свиданка, увидеть переписку с этой девочкой, то переходи прямо сейчас по ссылке ниже в описании в Telegram-бота, оплачивай доступ в приватку. В принципе, там есть рассрочка, есть демо-доступ, если ты вдруг сомневаешься, да, в том, что этот материал для тебя может быть полезным, заходи в демо-доступ сначала, и потом уже по специальной скидке, которая находится в демо-доступе, ты зайдешь уже в приватку и даже немножечко сэкономишь. Это такой тебе маленький секрет. Вот поэтому как-то так. Подпишись, поставь лайк этому видосу, напиши какой-нибудь комментарий и до новых встреч.